27-е заседание Губернской думы началось с отчета о работе правительства региона за прошлый год. Об итогах рассказал первый вице-губернатор, председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов. Мы 2 года работаем в беспрецедентных условиях, даже 3 года уже практически. Да, это ковид, потом это жесткие санкции, в эпицентре которых оказалась вся наша страна, но даже в этих условиях, благодаря работе команды губернатора, лично губернатора, мы все-таки добиваемся успехов. Да сложно, да непросто, но мы очень оперативно на все это реагируем. И в целом и правительство, и люди это понимают, что мы справляемся с теми задачами, которые стоят перед нами. Правительственная комиссия по региональному развитию в Российской Федерации отметила регион в числе лидеров по итогам исполнения федеральных программ в сфере строительства и развития инфраструктуры за прошлый год. Ни один проект не был приостановлен или заморожен. Только за 2022 год после строительства, реконструкции или комплексного капитального ремонта введено в эксплуатацию 68 крупных объектов, что в 1,5 раза превышает количество объектов, введенных годом ранее. Благодаря развитию строительной отрасли развивается и, например, физкультура и спорт. Только в 2022 году было построено 3 физкультурно-оздоровительных комплекса и лыжероллерная трасса на базе «Чайка». Я считаю, что правительство отработало эффективно, и наш регион один из первых по стране по рейтингам по росту экономики. Напомним, что недавно перед депутатами Губернской думы и жителями Самарской области с посланием выступил губернатор Дмитрий Азаров. Глава региона отчитался об итогах работы за последние 5 лет и обозначил планы на ближайшее будущее, задав вектор развития. Были обозначены достижения, которую удалось решить за прошедший год. Но еще больше было поставлено цели, к которым нужно стремиться, и обозначены задачи, которые необходимо решать. На заседании была назначена дата выборов губернатора Самарской области – 10 сентября. Также было принято единогласное решение о поддержке проекта закона Самарской области о внесении изменений в закон Самарской области об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов. Александра Гусева, Григорий Плешаков. События.